улица. Мне понравился настоящий плей-офф. Третий матч без... Дело, как еще раз доказано, что дело не в счете, а дело в напряжении. Третий матч без Ильи. Как, идут ли какие-то с ним разговоры, переговоры? Увидим ли мы его в серии? Ну, вот там у нас министр спорта позволил себе усмехнуться насчет того, что как так быть в команде. Ну, Илья член команды, он в команде тренируется, готовится. Нам Вячеслав вот у нас тренер определяет, кто играет, как тренируется. Вячеслав Аркадьевич нам сказал на днях, что вот, дал понять, что он в качестве миротворца приехал, так ли? А там нет никакой войны, никакого конфликта нет. А как скоро ждать Илью на льду? Потому что если бы был конфликт, команда бы так не играла. Как скоро ждать Илью на льду, пока неизвестно? Это вопросы главному тренеру, не ко мне. Ага. Александр Иванович, последний, может быть, да. Предрешен уже исход серии? Многие не верили. Вы же знаете, что счет 3-0 еще не гарантия успеха. История КХЛ показала. Ага. Локомотив очень хороший. Почему Коскинин так преобразился? Ну, мы этому рады все. Согласны ли вы с этим? Потому что было правильное принято решение, как его вводить на пик формы. Это у нас не случайно. Два тренера вратарей в команде работают. Спасибо. Спасибо. Всем хорошего, интересного. Там идет овертайм «Динамо». Спасибо.